Здравствуйте, Игорь Николаевич. Рада видеть. Мы тоже. Рада, что нашли, если можно. Здесь? Да. Да. Значит, это по диагонали. Да, рада, что нашли время, потому что у вас сейчас, наверное, очень напряженно. По сколько часов спите? Ну, 4-5 удается. Да. Потому что у меня еще дети маленькие дома. Они ждут, чтобы папа пришел. Поэтому вечером, вот буквально вчера, позавчера я был в Дроке, в Унгенах. Угу. Очень много встреч. Ну, часиков 10-11, если получается доехать до дома. И утром в 6 часов утра мой маленький сын Николай меня просыпает, я ему делаю молоко. Сами делаю, вы делаете? Каждое утро. Каждое утро в 6 часов. Он уже привык, что папа делает молоко. Держу его немножко, мы играемся после этого. Дальше на работу. Ну, я знаю, что для вас семья много значит, потому что посмотрела фильм от первого лица, где так достаточно подробно вот было отражено ваше видение. Хороший фильм такой. Ну, с сыном, знаете, вот если немножко об этом. Вот с двумя другими, старшим, ему в этом году будет 14 лет, 17 ноября, средний 9 лет, вот в июле было. И как-то не успевал быть рядом с ними. Замечать, как они растут. Но сейчас времени не больше, но почему-то вот, наверное, потому что это третий уже. Но как-то вот больше замечаю, вижу все эти детали, все эти нюансы, все эти изменения, потому что иногда есть там случаи, вот этим летом я был там на Афоне, в других местах, ну, две недели меня не было дома. Конечно, меняется очень. Поэтому стараюсь вечером чуть-чуть, утром находить время. Выходные, к сожалению, тоже сейчас нет. Ну, сейчас-то, конечно, вы сейчас по стране ездите. Мы, на самом деле, с вами вот в эфире давно не виделись. И много событий произошло. Но так, по большому счету, в принципе, то, о чем мы с вами говорили, оно потихонечку так вот и сбывается. Вы еще не кандидат официально, да, но документы уже поданы на регистрацию, на регистрацию инициативной группы. А, инициативная группа, да. То есть они работают, этим занимаются. У меня в этой связи к вам вопрос. Вот смотрите, вы говорите, что вы не спешите. Дайте подписи собирать. А в то же время вот, психологи говорят, что очень важно оказаться вот как можно выше, да, вот в этом списке. А вы этого не делаете. Почему? Знаете, опыт последних избирательных кампаний показывает, что не самое главное место в избирательном списке. Ну, давайте скажем честно, те, которые поторопились быть первыми и хотели показать и доказать, что вот они круче всех, что собрали за день. За день. Что они и кому доказали? Ну, зачем это нужно было? Я понимаю, что у них админ ресурс. И понятно, что админ ресурс был задействован, потому что иначе не соберешь так быстро. Мы тоже собрали за первый день 10 тысяч. У нас очень серьезная, развитая инфраструктура партийная. Но зачем это делать? Я не понимаю, кому-то доказать чего-то. Ну и все знают, что такое демпартия и что такое админ ресурс у нее. Все это понимают. А делать это только для того, чтобы быть первым в списке? Наверное, они для этого сделали, что вот мы первые в списке. Я хочу напомнить, что на прошедших выборах, к примеру, да, и парламентских, и местных выборах мы не были первыми в списке. Вот в Кишиневе мы не были первыми. Знаете, была там чуть дальше. Первым были от коммунистов. Ну и что они набрали? 3,5-4%. На парламентских мы были девятыми в списке, набрали самое большое количество голосов. Поэтому самоцель быть первыми в списке, мне кажется, это какой-то комплекс неполноценности. А как по-другому это объяснить? Вот обязательно быть первым в списке. Ну и что? Это, я хочу сказать, что это ничего не даст. Но отвечая на ваш вопрос, торопимся мы или не торопимся. И я знаю, что это очень многих волнует сейчас. Что будут делать социалисты? Потому что мы не проводили пресс-конференции последнюю неделю. Я не выходил ни на какие дебаты, не давал интервью. Кстати, это первое интервью. Думаю, что интерес определенный будет. Вопрос, который задают, а что делают социалисты? Мы работаем с людьми. Мы сейчас, так же, как были в течение последних нескольких лет, мы каждый день, наши люди, работают в территории. Задача не собрать 25 тысяч подписей, я вам открою секрет, задача собрать 500 тысяч подписей, и мы соберем 500 тысяч подписей. Из этих 500, 25 тысяч, максимум возможным, мы принесем в ЦИК, а мы соберем намного больше.
потому что это важнее. Важно процесс, который можно законно проводить в сентябре. А в сентябре по закону мы имеем право общаться с людьми, узнать их мнение, готовы ли они подписаться за такого кандидата или нет. Не голосовать. Ага. Голосовать мы будем убеждать в октябре. Но сейчас мы работаем с людьми. Мы поставили задачу пройти каждый населенный пункт. У нас тысячи активистов каждый день работают в территории, распространяют наши газеты, общаются с людьми, проводят встречи. И мы этот процесс будем проводить столько, сколько нам позволяет законодательство. Я где-то понимала, что вы именно поэтому так поступаете, потому что вы хотите говорить с каждым человеком. Но подспудно ваши люди могли делать еще одну задачу выполнять, на мой взгляд. Вот смотрите, сейчас все говорят о возможности фальсификации, да, и вот один человек в эфире, у меня прямо сказал, единственная партия, которая может противостоять и как-то вот эти списки вот более или менее, да, привести в человеческое состояние, это партия социалистов. Они самые структурированные, самые организованные. Вы делаете еще эту работу? Я же не раскрою все секреты, о чем мы говорим с людьми. Конечно, так называемая Паша Портизари на молдавском языке, ну, документирование, что есть конкретно в селах, конечно, мы проводим. Так. Конечно, мы готовимся ко всем возможным сценариям. Так. Конечно, мы проверяем и будем проверять избирательные списки. Я уверен, что у нас в октябре будет единый информационный политический день, когда будут доступны избирательные списки, они их обязаны вывесить на избирательных участках. Мы проведем единый день, когда все выйдем к избирательным участкам и проверим списки. А к этому нужно готовиться. Поэтому, знаете, поспешить... людей насмешить. Вот несколько ребят поспешили. Ну, кто пошел там? Марьян Ильич пошел, да? Ну, и дальше Михаил Федорович. Михаил Федорович, Лянка. Тут все карты видно. Вот кто чей? Как там в том фильме? Чьих будешь? Понятно. Чьих будете. Чьих будете. Вот понятно. Да. Вот есть Марьян Ильич, есть Гимпу, есть Лянка. Вот вам игроки, которые играют под той же дудкой. Это понятно. Вот они. Ну, может быть, есть еще косвенно одна причина. Мне кажется, эта теория тоже имеет право на жизнь. Вот на левом фланге у таких сильных кандидатов, я не знаю, конкурентов вам, очень мало по сравнению с правым. Согласитесь. Вы не раз тоже об этом говорили. И вот мы сейчас уже, в принципе, можем этот список видеть тех, кто претендует на должность президента. Здесь как бы коммунисты сыграли интересно. Они решили не участвовать, бойкотировать в этих выборах. Как вы полагаете, это их самостоятельное решение? Или им сделали предложение, от которого они не могли отказаться? Последние несколько лет действия коммуниста показывают, что они всегда... действовали не в интересах своей партии и не в интересах тех людей, которые голосовали за них. Это началось с 2013-2014 года. Мы видели, хотя и раньше это было, мы видели, что вот они вели себя непонятно как. Видно, что они работали по команде кого-то. Да. Поэтому я не исключаю, что и на сегодняшний день вот то, что произошло, это тоже не случайно. Хотя я понимаю и другой аргумент, который безусловно. Они пользовались, ну, принимали в счет этот аргумент, что какие шансы у них на этих выборах. Ну, зачем идти позориться? Я хочу напомнить, что карьера Владимира Николаевича Воронина, политическая, современная история Молдовы, началась в 96-м году как раз на президентских выборах. Третьим, по-моему, когда он набрал там 7-8% и пришел третьим. Я думаю, что он хорошо понимает, что он и того уровня не сможет набрать на этих выборах, поэтому подумал, а что позориться. В конце политической карьеры. Вот начали с 7-8% тоже на президентских выборах, и после этого был взлет. И сейчас, наверное, он решил, ну, зачем это нужно делать. Хотя я не исключаю, что там есть и другие какие-то аргументы, и на него, ну, пришли с какими-то аргументами дополнительно от Демпартии, от Плохотнюка, для того, чтобы его убедить. Но проблема в другом. Для нас, конечно, ну, для партии социалистов, ну, ни плюс, ни минус, если честно. Вот многие говорят, это сыграло на Додона. Ну, наверное. Но мне, честно, обидно за то, что происходит с партией коммунистов. Я об этом говорил. Я бы хотел, чтобы партия коммунистов осталась политической силой, вот на левом фланге, да, которые были бы нашими партнерами. Но, к сожалению, с этим руководством мы видим, что ничего не получается. Поэтому для чего это сделано и как, давайте мы еще увидим.
Но я уверен, что люди не прислушаются к призыву Владимира Николаевича бойкотировать эти выборы. Во всяком случае, на сегодняшний день мы имеем десятки уже случаев, десятки первичных организаций от коммунистов, которые переходят в партию социалистов. Многие политологи пишут, вы с этим раньше даже соглашались, что ваш основной конкурент тогда, получается, это представитель нашей партии Дмитрий Чубашенко, хорошо известный вам журналист. Во-первых, мне интересна ваша оценка, да, вот характеристика его как кандидата. И как вы полагаете, как вы будете между собой, значит, конкурировать? Я не буду давать оценки сейчас никому из кандидатов и потенциальных конкурентов, потому что еще никто не зарегистрирован. Ну, зачем начинать лить там воду на одного, либо поднимать рейтинги другому? Я хорошо знаю Дмитрия Чубашенко, да. Мы неплохо знакомы. Я знаю его позицию гражданскую по отношению к тому, что происходит в стране. Но главное, чтобы он четко понимал, я осознавал, что это за выборы. И я думаю, что он, наверное, это понимает. Нам незачем бороться между нами. Я это говорил неоднократно. Нам нужно бороться с властью и с рисками, которые связаны с некоторыми кандидатами справа. Риски потери государственности. У нас два серьезных оппонента. Это власть, которая узурпировала все инструменты государственного управления. И мы говорили о захваченном государстве. И второе, большая опасность, это некоторые партии и их лидеры, их кандидаты, которые открыто говорят о потере государственности Республики Молдова. Вот у нас враги кто? Ну, политический оппонент. Ну, да. А бороться между нами сейчас мы будем, если мы это начнем, мы будем играть на руку вот этим либо власти, либо правым. Я вижу, что там пытается кто-то через Facebook, через интернет ставить нас друг против друга, я думаю, не стоит это. И важно, чтобы Дмитрий это понимал. И ну, у него определенный политический опыт есть, он участвовал в каких-то избирательных кампаниях последние годы. Я не буду это комментировать. Но, Дмитрий, пусть, ну, поверь мне, я это Дмитрию говорю, не стоит оно того. Ну, я понимаю, что нужно участвовать там и так далее. Но не затягивайся слишком в избирательную кампанию, в избирательную борьбу с нами. Мы все понимаем, что нам нужно объединить усилия против вот этих слева и так далее. Я дам оценку такую очень, ну, мягкую, но чтобы было понятно. У нас реально победить первый тур. И все это понимают. Я не хочу, чтобы оказалось так, что для победы в первом туре как раз вот этих голосов не осталось. Ну вот вы об этом и говорили. Как раз этих голосов. Угу. Я хочу посмотреть в глаза вот некоторых левых, так называемых, лидеров, их кандидатов, которые пойдут на выборы, да, и потом окажется, что для победы в первом туре как раз вот этих голосов не хватило. И пусть это объясняет потом вот своим голосующим, там, своим людям и так далее. Поэтому я думаю, что у нас есть еще месяц-полтора до 30 октября, когда мы должны будем так честно, без эмоций, сесть и оценить реально эту избирательную кампанию. Сейчас вот подали заявление, я это понимаю. Я говорил неоднократно, я понимаю, что они должны участвовать, что у них тоже есть партия, у них есть люди в районах и так далее. Но ближе к, ну, когда будет финишная прямая, нужно будет смотреть реально, что происходит, какие шансы, к чему это может привести и так далее. Я подозревала, что где-то вы разочарованы, потому что вы заранее это говорили, что если кандидат от нашей партии не будет выдвигаться, я вижу шанс выиграть с первого тура. Много раз вы это говорили. Ну, понимаете как, вот в этом во всем, что отличает вас и того же Дмитрия Чубашенко, он позиционирует себя как борец с режимом, вот как человек, который придет и на следующий день буквально начнет прикладывать усилия для того, чтобы распустить парламент. То есть он идет вот как человек именно с этим посылом. А про вас все время пишут, что вы чуть ли не ставленник этого режима. Вот почему так происходит, Игорь Николаевич, и кому это выгодно? Это выгодно власти в первую очередь. Для того, чтобы они понимают,
для того, чтобы кого-то очернить, нужно его связать с этой властью. Тем более нужно это делать с тем, который имеет самые большие шансы. Мы находимся в оппозиции к этому режиму. Мы никогда с ними не были во власти. Мы никогда с ними никаких коалиций не делали. Я неоднократно говорил, мне 41, начало политической карьеры. Делать такие ошибки, ну, может, кто-то вот очень ждет, чтобы мы сделали какие-то ошибки. Мы их делать не будем, я их разочарую. Знаете, они были уверены, что после выборов 2014 года я создам парламентское большинство вместе с Плохотнюком, с властью. Помните, тогда все говорили? Да, говорили. Вот коммунисты и так далее. Ну вот, прошло 2 года, мы этого не сделали. Поэтому я их разочарую, мы ошибок не делаем. Мы очень хорошо понимаем, какая борьба. Мы очень хорошо понимаем, что на кону. Мы понимаем, кто наш оппонент. Я говорил, это власть, и это те, которые за разрушение этой государственности. А те, которые вот, кричат, что вот мы такие-сякие. Да, говорят. Ну, их много. Но, знаете, есть в одном фильме или песне, ну, вынул пистолет, стреляй. А говорить, что вот мы, ну, давайте. Вот я очень много слышал разных заявлений, включая и от правых лидеров, что они против там режима, против Плохотнюка и так далее. У меня очень простой вопрос. А почему сейчас? А когда вы вместе с вашими кураторами руководили банками, были партнерами с Плохотнюком, Виктория банки, других банков, тогда что, все было хорошо? Не было захвачено государство? Поэтому, когда мы посмотрим, кто это кричит, вот кто больше всего кричит против этой власти? Это кричат те, которые с ними, с Плохотнюком и с этой властью были бизнес-партнерами на разных этапах. Либо это те, которые сейчас находятся в Германии. Вы о ЦОПах говорите? Ну, все об этом знают. Угу. До 2012 года никто ничего не говорил, что вот Плохотнюк и так далее. Почему? Потому что были партнерами Виктория Банки. Сейчас вот они стали очень большими там борцами. Почему? Хотят вернуть свои акции в банках? А народ здесь при чем? Ну хорошо. То есть их ставленник на выборы идет для чего? Для того, чтобы вернуть бизнес своему наношу, своим родственникам. И, а дальше что? А народ от этого что получит? Либо другие, которые были в правительстве вместе с этой демпартией и так далее. Поэтому, знаете, я фамилии не давал, но все хорошо понимают. И поверьте, и люди, и народ это очень хорошо понимают. И самая большая опасность для этой власти победа левоцентристского кандидата. Почему? Для Запада, ну для некоторых кураторов оттуда, они вложили большие деньги для того, чтобы удержать Молдову в сфере своих интересов против Российской Федерации. И они понимают, что промолдавский кандидат государственник не будет играть в эти геополитические игры. Будем делать то, что нам выгодно для нашего народа. А нам выгодно хорошие отношения с Россией. Для этой власти очень хорошо понимают, что если побеждает левоцентристский кандидат, если мы побеждаем, то на следующих выборах парламентских мы придем к власти. И они это очень хорошо понимают. Поэтому они тоже будут бороться с нами. Для власти идеальный вариант, чтобы победил кто-то из их кандидатов. Для правых, конечно, ни в коем случае мы, ни в коем случае. Потому что их кукловоды и кураторы из Брюсселя и Вашингтона говорят, ну вы что, нельзя. Ну, вы сами говорили, что вы не видите для власти большого коридора даже путем фальсификации. Вы говорили, ну сколько они, 20%, да, максимум, это ваши цифры, кстати, смогут, значит, нарисовать, да, но по-любому больше им никак не светит. Так получается. Давайте мы объясним и нашим телезрителям, потому что очень много вопросов в последнее время насчет возможной фальсификации. Да. И давайте объясним, возможно ли это или нет, и какие риски, и как с этим бороться. Конечно, нас очень тревожит большое количество избирателей, которые включены в избирательные списки. Ну, буквально на днях там мертвые души и так далее. Ну, говорят, что у нас избиратели больше, чем население. Нас это очень волнует. Да. Но даже при таких списках, даже при такой, вот то, что, при такой власти, которую, ну, мы знаем, как они работают, выборы 2014 года, если посмотреть результаты, победили левые силы. Я вам дам несколько цифр. Социалисты 25, коммунисты 21. Да, если все это сложить. Клон коммунистов-реформаторы 4-5%. Спойлер, блок за таможенный союз еще 3-4%. Усатый призвал
портит бюллетени еще 2-3%. Если мы соберем все вместе, то за левые силы, за промолдавские силы голосовало около 55-60%. Мы это считали. Если бы не было вот этих два спойлера, коммуниста-реформатора и блок Шелина, если бы Усатый не призвал рвать бюллетени, ну, портить бюллетени, тогда мы бы победили на этих выборах, сейчас была бы другая ситуация. Почему это невозможно на президентских? Потому что на президентских, если будет второй тур, будет два кандидата. Да. Вот есть один, есть второй. Вот эти технологии не пройдут. Сделать сброс или вброс бюллетеней 20% это нереально. Ну, поверьте, у меня есть политический опыт, я провожу выборы уже, это 10-я избирательная кампания за последние 7 лет. Ну, то, что они могут через админ ресурс, через разные инструменты, ну, 0,5%, ну, процент. Как это было в Кишиневе. Почему мы проиграли в Кишиневе и в прошлом, и в 2011 году? Потому что там была очень маленькая разница. Сейчас ситуация совсем другая. Если будет второй тур, скорее всего, второй тур, если будет, будет либо с кандидатом от власти, либо кандидат справа. Да. Если правые между собой не договорятся, то пускай никого не винят. Ни один из них не пройдет во второй тур. С властью, ну, максимальный админресурс они используют и будет понятен в первом туре. Ну, я думаю, что максимальный админресурс даст им 15-16%. Но набрать 51% это нереально. Если пойдут по фальсификации в наглую, тогда пусть берут на себя ответственность за то, что будет происходить после этого. Потому что, я вот здесь останавливаюсь, чтобы было понятно, эти выборы должны выиграть оппозиция. Справа или слева решит народ. Власть эти выборы ну, не может выиграть, потому что доверия к власти нету. Более 80% считает, что эта власть должна уйти. И в этой ситуации, если власть фальсифицирует, и напишет себе голоса для того, чтобы выиграть, я уверен, правые и левые вместе сплотятся, и очень быстро в ноябре все это закончится. Ну, я немного по-другому все-таки рассуждаю. Я думаю, что здесь опасности есть, их больше, в плане того, что, ну вот смотрите, как вы позиционируете Марианну Лупу? Он для вас центр, говорил, это нет, секундочку. Я же говорю, что я не даю им оценки. Нет, я сейчас спрошу то, что вы можете сказать очень легко. Он говорит, что он центрист, но я не понимаю этого слова центрист. Он для вас правый или левый? В 2009 году один политик пошел на выборы с призывом: мы не правые, мы не левые, а да, мы валенки. Да. Было такое. Так я думаю, что, наверное, у них тоже такая позиция. Вот не такие. Вроде бы за Европейский Союз, но, конечно, пытаются играть и на левом фланге. Но я вам объясню, как все это будет во втором туре. Если выйдет кандидат от власти, моментально Марианна Ильич станет у нас символом евроинтеграции, а вы станете символом, значит, Евразийского Союза. Да? И у нас геополитическая, значит, карта начнет разыгрываться. Она будет разыгрываться и в первом туре, но уж во втором, мне кажется, это будет сделано на полную катушку. И тогда даже те, кто хорошо, в принципе, да, относится к вашим идеям каким-то, экономическим, социальным, вот как нам то сделать. Да? Он потом сказал, ну, конечно, мы поддержим правого. Точно так же могут быть отданы голоса и в поддержку Марианны Лупы. Он же евроинтегратор, нет? Ситуация немножко разная по сравнению с тем, что было в прошлом году. И в корень отличается от того, что было в 2009-2010. Чем она отличается? Она отличается тем, что доверие к лозунгам европейской интеграции и доверие к тем политикам, которые с этими лозунгами шли последние 7 лет, ну, крайне ничтожно. Ну, не поверит кандидату от власти, что он за европейскую интеграцию, когда вот мы видим, что происходит. Поэтому не будет вот стенка на стенку, о которой вы говорите. Поэтому, еще раз объясняю, у власти возможность выиграть эти выборы нету. Если они пойдут на фальсификацию, ну, несколько процентов админ ресурс максимум, но добрать еще 30% для того, чтобы победить, это нужно идти на явные нарушения. Ну, просто менять там вот урну, да, поставить урну уже с голосом. Но мы это все будем видеть. У меня 7500 наблюдателей, представителей на каждом участке, включая за рубежом. И если мы это увидим, знаете, не будет ситуация 2011 года, когда я сказал Воронину, что нужно выводить людей на площадь, и мы бы вывели тогда. И тогда они не пошли бы на фальсификацию во втором туре. Мы должны были после первого тура, когда дали сначала победу нам, а потом
перенарисовали все. Надо было тогда выходить 100 тысяч на площадь, и они бы больше не рисковали. Вот сейчас, ну, вот в этом году... Вы прямо говорите, будет восстание, вы так сказали. Да не восстание, не то, что восстание. Вы сказали, народ восстанет. Народ выйдет. Это цитата. А других вариантов нету. Других вариантов не будет. Если власть на это... Понимаете, у большинства людей, ну, граждане Республики Молдова, видят в этих выборах президента, ну, свет в конце туннеля. Они надеются, что победит от оппозиции. Правый, левый, ну, разные люди, кто-то правый, кто-то левый, что победит оппозиция и что-то начнет меняться. Если вот эту последнюю надежду им опять украдут, как и миллиард украли, ну, а что дальше? Людей, знаете, когда загоняют в угол, а если будет фальсификация, то людей загонят в угол. И после этого, ну, всякое может произойти. И это плохо для страны. Это должна понимать эта власть. Она потеряет все. Демократы потеряют все, если они на это пойдут. Демократы будут очень серьезно сопротивляться. Вот смотрите, вы сейчас боретесь за открытие участков в Москве. Вы назвали цифру 159. Ну, я посмотрела, посчитала. В прошлый раз было 5. Если реально посмотреть на эти вещи, Игорь Николаевич, если они половину запрашиваемых цифр, да, откроют эти участки, это будет уже, на мой взгляд, считаться чудом. Вы встречались с венецианцами, я знаю, именно по этой теме. Вы говорили, что вот так и будет. Как-то они вас обнадежили? Есть у вас реальные рычаги, чтобы повлиять на этот раз? Понимаете, эта власть сама дала нам аргументы, для того, чтобы это от них требовать. Мы же как сделали? Я официально запросил у них, дайте официальное количество граждан, которые находятся за рубежом. И они мне дали цифру. 800 тысяч, из которых больше половины в Российской Федерации. Есть избирательный кодекс, где четко прописано, что на каждые 3 тысячи граждан Молдовы нужно открыть один избирательный участок. Мы взяли, разделили и дали им. Ребят, если 800 тысяч за рубежом, вы должны открыть 250-280 избирательных участков. Это ваша цифра. Я понимаю, что они будут делать все возможное, чтобы не открыть. Да. Это понятно. Они боятся. Они скажут, нет денег, нет возможностей, чего-нибудь еще не будет. Они боятся наших граждан, которые работают в Российской Федерации, которые никогда за эту власть не проголосуют. Хотя это цинично, потому что именно за счет этих граждан, которые работают в России, это 2/3 всех, кто работает за рубежом, эта власть и страна держатся на плаву. Если бы не было этих мигрантов, кто работает в России, не было денег, которые они перечисляют домой, то Молдова давно бы обанкротилась. Нужно им давать, если не может эта власть давать хоть какую-то социальную защиту для этих граждан. Потому что Россия предлагала, давайте подпишем соглашение двухстороннее о социальных защитах мигрантов в России. Молдова категорически против, не хочет. Потому что там что-то ей не нравится, что есть Приднестровье там и так далее. Так нужно это подписать, это нужно нашим гражданам. Если мы не хотим им помогать, там, то дайте им хотя бы возможность голосовать. Но власть боится. И, скорее всего, стойка, сколько мы запросили, не откроют. Но они сами создают прецедент. Потому что мы придем к власти в этом году, в следующем, через год. И мы откроем 300 избирательных участков в России. Мы откроем на выборах. И будут голосовать 500-600 тысяч наших граждан Российской Федерации. И это будет законно, потому что они прецедент создали. Мы оставим столько же, 80 в Европе, сколько сейчас. Мы откроем 300 избирательных участка в Российской Федерации. Посмотрим, как люди будут голосовать. Что мы будем делать сейчас? Конечно, я направил официальное письмо и в Центральную избирательную комиссию, и наблюдателям, потому что практически получается, что 600 тысяч избирателей, граждан Республики Молдова, не смогут участвовать в избирательной кампании, потому что власть создает такие условия. Мы будем это требовать. Я понял, что на следующей неделе, возможно, будет заседание правительства, где будет это рассматриваться. Мы будем добиваться на следующей неделе, я не исключаю на следующей неделе протесты во время заседания правительства, где наши граждане будут требовать, чтобы им открыли избирательные участки и дали возможность проголосовать. Ну вот смотрите, вас позиционируют как пророссийского политика. Вы все время говорите, я промолдавский. Ну вот, вам дают такую оценку. Очень много людей говорят, что на этих выборах Россия будет вас поддерживать. Даже депутаты Государственной Думы, даже те, которые были у меня в эфире, они говорят такую фразу. Россия будет поддерживать Додон. Я хочу понять, будет ли поддерживать, как вы ощущаете вы эту поддержку, и в чем она будет выражаться? Давайте так. По законодательству никто
из внешних игроков не может вмешиваться в эту избирательную кампанию. Ну, власть испугалась выборов в Народное собрание Гагаузии, когда мы поддерживали Ирину Федоровну Влах. Угу. И было несколько депутатов, которые поддержали Ирину Федоровну. И они тогда запретили, в законе поставили, что этого нельзя делать. Поэтому говорить о том, что будет какое-то там влияние с Запада или с Востока на избирательный процесс, я думаю, что, ну, надеюсь, что не будет. Ни с Запада, ни с Востока. Я надеюсь, что не будет. Теперь, вы сами понимаете, что оно будет. Теперь, и даже понимаете, каких кандидатов какая держава будет поддерживать. Так я поэтому сказал. Я надеюсь, что не будет. Так. Во всяком случае, мы не будем опираться в этой избирательной кампании на поддержку каких-то геополитических игроков. У нас есть своя повестка дня, у нас есть свои, ну я говорил, инфраструктура партийная, есть доверие населения страны. Поэтому мы идем четко и ясно, понимая, что мы идем на победу. Мы участвуем в этих выборах на победу. И я думаю, что пришло время, вот важно, пришло время наконец-то промолдавским силам победить. Мы последние 7 лет проигрывали, исходя из разных обстоятельств. Я говорил, спойлеры, клоны и так далее. Вот мы с 2009 года, после того, как Воронин сделал ошибку после выборов апреля, когда сдал позицию и пошел на досрочный, это была ошибкой. Да. Пришли вот эти правые. И мы в течение вот всего этого периода, 7 лет, мы проигрывали. Правые нас бомбили. Вот пришло время промолдавским силам побеждать. И я уверен, что 2016 год – это первая победа будет, потому что после этого будут выборы парламентские, будут выборы в Кишиневе, потому что этого киртуака нужно отправить. Но если мы сейчас в этом году не победим, я хочу, чтобы это понимали телезрители, почему такая большая ставка? Потому что я боюсь, что если мы не победим в этом году, мы потом потеряем наших людей, мы потеряем граждан Республики Молдова, потому что люди, ну, я уже слышу очень часто, ну просто опускают руки, говорят, ну ничего не поменять, либо уезжают, либо говорят, да пусть будет там и Румыния, и так далее. Это самое опасное. Поэтому выборы в 2016 году, вот сейчас президентские, это важно как никогда, быть или не быть Молдовой. И я уверен, что в этом году мы победим, мы должны победить. То, что касается геополитических векторов и игроков, да, мы должны понимать одну вещь. Европейский Союз – наши соседи. Ну, вот они рядом. Мы не можем с ними ссориться, мы не можем с ними разрывать все отношения. Мы не можем отказаться от безвизового режима, потому что в этом случае опять пойдут все брать румынское гражданство. Да. Поэтому мы никогда, и я об этом говорил, мы никогда не будем считать Европейский Союз нашими врагами. Я за дружеские отношения с Европой. Я буду делать все возможное, чтобы сохранить то, что уже есть. Но мы должны понимать, что без возобновления стратегического партнерства с Россией мы не выйдем из этой ситуации. Нам нужно решить экономические проблемы. Что должен сделать президент первым шагом? Он должен один из первых шагов, потому что нужно разобраться с этими миллиардами, с коррупцией и так далее. Но по внешнеэкономической должности, вопросам, что он должен сделать? Он должен созвать в трехстороннем формате переговоры. Пусть будет Европейский Союз, Россия, Молдова. По экономическим вопросам. Говорит, ребята, вот непонятно там, что происходит, хотя понятно, но из этого мы страдаем. Давайте, что нужно пересмотреть в соглашении с Европой для того, чтобы вернуть российский рынок? И я уверен, что такой диалог возможен. И, кстати, это и компетенция президента, потому что внешняя политика – это компетенция президента Республики Молдова. Ну, я, может быть, не совсем так оптимистично на эти вещи смотрю. Хочу сейчас все-таки спросить, добить вот эту тему внешнего фактора. Вы встречаетесь с послами, вы постоянно с ними общаетесь, в том числе и с западными, и с послом Соединенных Штатов Америки. Как они себя поведут? Вот какое у вас сложилось впечатление? Потому что говорят, что вот есть кандидаты, которых будут поддерживать европейцы, есть кандидаты, которых будут поддерживать Штаты, ну, Майя Санту, да, ну, не нужно называть фамилии, вы все это прекрасно понимаете. Как они будут действовать? Я думаю, что они будут следить очень внимательно за процессом. Если победа промолдавского левого кандидата будет внушительной, оно будет внушительной, то есть с большим отрывом, то у них других вариантов нет. Они должны принять мнение большинства граждан Республики Молдова. Другого варианта сейчас не будет. Но нет такого у них дилемма все-таки, что должен победить представитель власти любой нет. ценой? Все встречи, которые у меня есть с послами, так, и не только с послами, с представителями разных западных стран, которые, ну, есть разные делегации, приезжают, конечно, они присматриваются. Вот все хотят с нами встречаться. И, кстати, тоже определенный показатель. Потому что они хотят
узнать, посмотреть, что мы будем делать. Начнем войну с Соединенными Штатами или с Европой, нет. Я им честно говорю, ребята, ну, Молдова маленькая страна. Конечно, нам нужно иметь хорошие отношения с вами. И мы не можем себе это позволить. Вот сразу там этого не будет. Мы не можем поставить железный занавес по пруту. Это неправильно. Лянкова, на вас все обижаются за то, что вы написали про румынского жандарма и считают, что вы оскорбили население Молдовы. Вы будете ему отвечать или нет? Нет. Нет. Я думаю, что большинство граждан Республики Молдова понимают и дадут оценку каждому из нас. И тем, которые подписывали соглашение о миллиарде и давали эти оценки, и участвовали в краже миллиарда, и тем, которые за объединение с Румынией и так далее. Это все люди очень хорошо все это понимают. И оценку нам дадут. Вот буквально на этой неделе, всю неделю, очень много людей решило зарегистрировать свои инициативные группы по выдвижению кандидатов. И политологи говорят, что очень много спойлеров будет в этой кампании. Платон вот сегодня изъявил желание, вы знаете, да? Слышал. Да, тоже стать кандидатом в президенты. Я знаю вашу позицию по олигархам, у вас такая она примерно. Пока они между собой дерутся, замечательно. Пусть наблюдать, пусть они друг друга уничтожат. Но о спойлерах. Вот кто для вас спойлер? Кого вы воспринимаете как вашего спойлера? Давайте посмотрим, кто зарегистрируется. Ну практически уже понятно, кто есть. Непонятно, пусть отбирают 15 тысяч подписей. То есть вы считаете, что не все наберут? Не все наберут. Кстати, в некоторых районах, вот я позавчера был в Дроке, в Гладянах, мне говорят, что другие кандидаты ходят по селам и говорят, подпишитесь за Дадона. Было в Гладянах в несколько населенных пунктах, правые, понимая, что у них шансов набрать эти подписи нету, они идут и говорят, вот мы представляем вот такого кандидата, подпишитесь. Поэтому они прибегают и к таким методам. Но это им не поможет, я еще раз говорю. Поэтому давайте оценку сейчас, кто спойлер, кто не спойлер. Давайте посмотрим, кто зарегистрируется. Конечно, будут запущены и на левом фланге, и на правом фланге. Уже запустили Гарбус, вот, например, совсем недавно я тоже узнала. Равноправие активизировалось, там женщину выдвинули. То есть там некоторые фамилии первый раз в жизни люди прочтут, но тем не менее. Ну, может, они хотят участвовать вот в серьезном избирательном процессе. Ну, Платон хочет участвовать для того, знаете, чтобы самое интересное, чтобы не получилось так, что власть для них соберет 15 тысяч подписей. Угу. Потому что, конечно, спойлеры, кто запускает спойлеры? Спойлеры запускает власть. Да. Но чтобы не получилось так, что они собрали 15 тысяч подписей, за них проголосовало 600 человек, ну, семья, там, кумовья, наноши и все. Ну, у нас так бывает, у нас вот на парламентских члены партии за саму партию некоторые не голосуют. Такие случаи могут быть на этих выборах тоже. Ну, хорошо, вот про Платона, как вы полагаете, он это сделал для того, чтобы получить доступ к средствам массовой информации, для того, чтобы пиариться, вот сейчас ему это нужно, либо все-таки какие-то там вынашивает планы? Нет, я думаю, что статус кандидата можно использовать с юридической точки зрения, для того, чтобы уйти со скамьи подсудимых. Наверное, для этого это делается, потому что понимает, что шансов, наверное, конечно, маловато. И здесь опыт Шора не показателен, потому что это разные вещи. Ну, я имею в виду Аргей и так далее, когда он участвовал, там победил и так далее. Это разные вещи. Но, наверное, это больше делается для того, чтобы как-то попытаться использовать для судебных каких-то там заседаний. Ну, посмотрим. Я не думаю, что есть какие-то шансы для этого. Вы выступили с посланием все-таки пакта о ненападении. Кто-то его поддержал уже? Вот мне интересно. Я думаю, что это было нормальным предложением. Ребята, давайте, вот есть власть, давайте мы оппозиция, вот договоримся, будем бить власть. Конечно, это невыгодно никому из наших оппонентов. Но есть избирательные технологии. Для того, чтобы попытаться хоть как-то поднять свой рейтинг, нужно бить по самому сильному. И основная борьба, основной слив и основные вот какие-то критики будут в наш адрес. Это я понимаю. И мы видим вот за эту неделю, первая неделя, давайте честно скажем, это была первая неделя предизбирательной кампании. Но основные нападки были на нас. Ну, я не только. Понимаю. Вот Настасья все время говорит, что так как меня бьют, никого не бьют. Жалуется. Согласитесь, что и по правому флангу тоже бьют. Но у вас есть одна
такая вот точка, или хотите ахиллесова пята? Знаете, вот вы еще не представили предвыборную программу, но вы когда говорите, вы больше за что-то. А гораздо проще, когда вы против. Ну, просто говорит, вот против, вы за государственность, да, вы там за религию, да, там за наши традиционные ценности, у нас вы очень... за. А если против, то это проще. Ну, знаете, вот, конечно, проще говорить, мы против этого. Да. Потому что в этом случае не нужна никакая программа. Нужно говорить, что вот мы против этого, а потом посмотрим. Да. Но большинство граждан нашей страны вот, ратуют за определенные вещи. Поэтому мы четко сказали, мы за государственность, нейтралитет, молдавскую идентичность. Мы за сильную экономику и социальную справедливость. Мы за православие и дружбу с Россией. Вот три четких, явных лозунга. Конечно, мы против этой власти. Это же само понятно. Мы в оппозиции, мы с ними воевали все эти полтора года. Мы добились отставки нескольких правительств. Когда коммунисты голосовали за Габурича, только мы выступали в парламенте против тогда. Да. Кстати, и в том правительстве была и кандидат справа, который сейчас говорит, что она самая там, у женщины есть, она девушка. Ну не надо, не потому что женщина, потому что позиция такая. Вы как кандидат должны и среди женщин, знаете, поддержка. Я с уважением отношусь к нашей прекрасной половине. Ну, мне на днях спрашивали, как вы относитесь к женщинам в политике. Так я привел пример. Единственный премьер-министр, который был. Да. За время 25 Зинаида лет независимости, Зинаида Петровна, член нашей команды. Поэтому больше примеров. Поэтому, конечно, мы приветствуем участие женщин в этой избирательной кампании. Мы постараемся, я предлагал, ни в коем случае давайте друг друга как-то не атаковать. Ну, посмотрим, выборы покажут. Игорь Николаевич, на любые выборы, тем более на президентские, нужно несколько составляющих успеха. Ну вот... Первое – это деньги, второе – это админресурс. Ну, админресурса у вас нет. Получается, вам нужны деньги, вам нужно много денег. Как вы себя чувствуете в этом отношении, финансового состояния? А почему много денег? Мы же, если вы видели, я на каждой избирательной кампании, мы в основном полагались на наших людей. У нас очень серьезная инфраструктура партийная. Мы ее развивали за последние 4-5 лет, мы ее очень серьезно создали, мы ее практически с нуля создавали. Вот чем я могу гордиться, что с 2011 по 2016 год мы создали, я создал партийную инфраструктуру практически с нуля. Это важно, потому что если смотреть по другим, еще парочек, которые что-то создали, но основные брали наследство какие-то партии и пытались там что-то делать, которые уже либо были во власти, либо имели какую-то инфраструктуру. Мы практически создали с нуля. И мы будем опираться в основном на это. Конечно, есть определенные и затраты, причем с учетом того, что вот очень большие расценки по телевидению и так далее. Особенно на некоторых каналах. Ну, мы будем собирать определенные средства, конечно, у наших коллег, у наших членов партии, как это было всегда. Я правильно понимаю, что сейчас, как вы говорите, я политик молодой, у меня все впереди, с этим соглашусь, но считаю, что сейчас ваша самая главная битва. Все-таки президентский пост – это очень серьезно. У нас многие политические лидеры на этот период вывозят семью, свои семьи. Вы думали об этом вообще? Я никогда об этом не думал. Вы не опасаетесь вот за своих близких? Вот был на вашем месте сидел Юрий Иванович Рожко. В прошлой программе участвовал, он говорит, что это всегда сопряжено с риском, что всегда нужно нести ответственность и за близких людей, что он говорил даже по этому поводу с вами. Что скажете? Я никогда об этом не думал. Я всегда говорил, что я хочу жить в Молдове и выводить своих близких из-за каких-то угроз не собираюсь. А угрозы были? Ну, всегда там по соцсетям, вот таким, конечно, есть. Конечно, есть определенные угрозы, но я думаю, я уверен, что моя семья будет рядом со мной. Это важно, это поддержка с их стороны. И, а куда ехать? Они в школе сейчас учатся. На 2 месяца их отсюда выводить, но это не будет неправильно. И по отношению к ним, а кого мы боимся? Ну, если мы боимся, тогда зачем участвуем в этой избирательной кампании? Мы же понимали, зачем и куда мы идем. Еще раз говорю, у меня не первые выборы. Были выборы в Кишиневе, когда мы победили. И тогда было очень много и критики, и угроз, и агрессии.
Я это помню. Поэтому мы готовы к этому, мы осознанно пошли и на такие риски тоже, поэтому я думаю, что мы будем рядом со всем вместе. Если вы выиграете эти выборы, я вижу в этом один, по крайней мере, негативный момент. По новому законодательству вы должны будете оставить пост лидера партии. Вы готовы к этому? И продумывали ли вы все риски, связанные с этим моментом? Я знаю, что партия для вас очень много значит. Вне зависимости от законодательства, следующий президент будет социалист. С партбилетом или без? Он будет в душе социалист. Это будет социалист. Поэтому, конечно, мы будем соблюдать законодательство, оно для всех. И нужно будет принять определенные решения по приостановке статуса членства партии. Я думаю, что мы этот вопрос решим. У нас очень много коллег подготовленных. Но в душе я всегда буду рядом с нашей командой. Я уже говорил, президент будет социалист. То есть вы не переживаете за все эти внешние, формальные стороны? Потому что Владимир Николаевич, например, в свое время он всегда отстаивал свое право на лидерство. И на мой взгляд, ну это мое личное мнение, мне кажется, что почему нет? Ну, это уже другая тема. Наше время вышло. Да, мы с вами поговорили о многих моментах. Ну, конечно, на некоторые вопросы вы в силу того, что кампания-то вот-вот начнется, не смогли подробно ответить. Но я хотела бы вас пригласить во время самой предвыборной кампании посмотреть, как сбываются или нет ваши прогнозы. На дебаты или тоже так? И на дебаты, и точно так же на программу. Я думаю, что кампания будет очень непростой. Ставки слишком велики. Да. Я думаю, что есть, я уже говорил об этом, есть три основные такие электоральные группы. Это левоцентристский промолдавский электорат, который имеет сейчас возможность победить и победит. На этом электорате мы основные лидеры. И я думаю, что у нас шансы, чтобы большинство от электората было за нас. Есть правые, большинство из них, к сожалению, проводит антигосударственную политику, ну, за объединение там и так далее, и есть власть. Поэтому выборы будут непростыми, но я хочу призвать граждан Республики Молдова, наших избирателей, во-первых, понимать, насколько важно участвовать в этих выборах, понимать, насколько важно победить государственникам в этих выборах, потому что, возможно, другого шанса не будет. Мы не сможем в таких же условиях дожить до 2018 года. Поэтому ставки очень высоки. Будет очень много грязи. Да. В основном будут бить лидера, будут бить меня. Не слушайте всю эту грязь. Нужно четко понимать, что мы хотим от президента и что хотим, чтобы в Молдове было. А я уверен, что большинство граждан хотят, чтобы Молдова существовала. Хотят, чтобы жили лучше. А мы это сможем обеспечить. Я благодарю вас за участие в этой программе. Сейчас скажу такие слова, которые буду говорить в адрес всех тех, кто будет в ней еще участвовать. Я желаю вам удачи, равно как и всем участникам этой президентской гонки. Спасибо большое. Спасибо. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.